В истории Брестского государственного университета имени Пушкина путь от учительского института до ведущего центра культурного, образовательного и научного инновационного развития Брестского региона. Сегодня на его базе получают образование свыше 6 тысяч студентов, в том числе 480 из других стран. А все потому, что учиться здесь престижно и качество преподавания на самом высоком уровне. Ведь 54% специалистов, которые здесь работают, имеют ученые степени и звания. За годы своего развития, с 1945 года по сегодняшний день, университетом подготовлено 75 тысяч специалистов для Республики Беларусь. Понятно, что и в первую очередь для Брестского региона, но в общем-то цифра внушительная. И это специалисты не только педагоги, это и юристы, и экономисты, и психологи, и географы, и специалисты в области туризма, и замечательные спортсмены, среди которых есть и олимпийские чемпионы. С такими блестящими результатами старейший в регионе вуз отпраздновал свое 77-летие. На торжественное мероприятие пришли студенты, аспиранты, магистранты и их родители, преподаватели, сотрудники, ветераны вуза, а также многочисленные гости. Я хочу поздравить свой любимый университет с днем рождения, поблагодарить наших преподавателей, наше руководство университета за такую чудесную возможность учиться здесь, получать знания. Наш университет – это наша вторая семья. И в этой большой семье в день университета стала уже доброй традицией отмечать успехи и достижения. Слова благодарности звучали для лучших студентов и их родителей, а также в адрес представителей профессорско-преподавательского состава. Ведь вуз дает широкие возможности к разностороннему развитию и самореализации для каждого. Сегодня действительно для меня значимое событие, потому что в этом году мной была защищена кандидатская диссертация под руководством ректора нашего университета. Для меня сегодня двойной праздник, потому что в значимую дату для университета меня наградили. Мне присуждена степень имени Якуба Колоса. Для меня большая честь, что сегодня нас пригласили в торжественный вечер в честь дня Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина, меня и моих дорогих любимых родителей. Впереди еще много интересных проектов и покорения новых вершин. Ведь 77 лет для человека – целая жизнь, а для университета это отправная точка, хорошая база для дальнейшего развития и процветания. Хочется сказать, с праздником, большим праздником университет. И пожелать, конечно, успехов профессорско-преподавательскому составу, студентов в научной, образовательной деятельности, в творчестве и всего самого доброго. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.